Дмитрий Ломанов, который зажег огонь 29-й универсиады, уже завтра прилетит из Красноярска в наш город. А вот защитник уральского трубника Николай Коньков, напротив, останется в Сибири. Он выступает за сборную страны. Обе сборные России по русскому хоккею свои выступления на универсиаде начали с побед. Наша женская команда выиграла у сборной Швеции. А мужская сборная, в составе которой играет первоуралец Николай Коньков, разгромила сборную Казахстана со счетом 9-1. Нужно сказать, что за три дня соревнований российские спортсмены завоевали 21 медаль, причем 7 из них золотые. Так, например, в лыжных гонках на 10 километров среди юношей нашим лыжникам не было равных. Они заняли весь пьедестал почета. Награду спортсменам вручал президент России Владимир Путин. Также наши спортсмены оказались среди победителей в сноуборде и фристайле.